Сегодня в суде Ленинского района прошло очередное заседание по делу Константина Подуна. Его обвиняют в удушении бывшей жены Елены в начале января прошлого года. Ее тело было обнаружено на крыше дома. По предварительной версии, в январе 2023 года между бывшими супругами, которые проживали в одной квартире, завязалась ссора. Елена хотела, чтобы Константин выселился. Следователи полагают, что во время конфликта он задушил женщину и пытался скрыть убийство. Спрятал тело, избавился от ее вещей и телефона, маскируя преступление под исчезновение. Мужчину обвиняют в умышленном убийстве. Сегодня прошло второе после начала пересмотра дела заседание. Напомним, дело начали рассматривать заново в связи с нарушениями в обвинительном заключении. Притом, это заседание прошло в закрытом режиме из-за двух несовершеннолетних детей. Такое решение поддержали обе стороны. Потерпевший, который признан потерпевшим, да, брат Подун Елены, он является законным представителем детей малолетних, и он действует в их интересах в первую очередь. А поскольку уголовное дело касается в том числе данных, персональных данных детей, что вполне закономерно, что он возражал. Шансы на то, что заседания вновь станут открытыми, минимальные, считают участники дела. Спустя 9 месяцев судебного процесса и года пребывания в СИЗО Константин Подун выглядел потерянно. С мотивом убийства, в котором обвиняют мужчину, согласны не все. Он приобрел 5-комнатную квартиру. Он ее подарил. Он не являлся собственником этой квартиры. Зачем ему, извините меня, убивать жену? Просто был конфликт. Просто он ее хотел действительно успокоить. Это предстоит выяснить суду. Дело разбирают с самого начала. Повторное рассмотрение, полагают участники, может длиться не меньше предыдущего процесса. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.